Страйкбольная версия пистолета-пулемета ПП-19 «Бизон» от китайского производителя компании «Цима». В комплекте был сам пистолет-пулемет, лоудер, ключ для регулировки мушки, аккумулятор, зарядное устройство, небольшое количество шаров и механический магазин. Материалы изготовления: цевьё, ствольная коробка, крышка ствольной коробки, приклад, выполненный из стали, рукоятка из водопрочного пластика. Органы управления, как у приводов АК-серии. Спусковой крючок, переключатель режимов огня, который имеет три положения, предохранитель, автоматический огонь и одиночный огонь. И рычаг отмыкания магазина. Приклад складной складывается в левую сторону. С левой части ствольной коробки есть крепление для прицельных приспособлений. Прицельные приспособления механические, мушка с возможностью регулировки и целик с возможностью регулировки по высоте. На прикладе есть антабка для крепления ремня. У данного пистолета-пулемета есть хоп-ап. Регулировка происходит с помощью вот этого бегунка. Аккумулятор находится под крышкой ствольной коробки. Разъем мини-тамия. Есть предохранитель. Внутри находится стандартный гирбокс третьей версии. Все компоненты гирбокса взаимозаменяемы с запчастями от других производителей.